Да. Вот теперь ух. Все заново? Я думаю, да. Давай. Еще раз, вторая попытка. Все заработало. Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Алексей Ратаюн. Я директор по развитию Всероссийского общества охраны природы. Сегодня у нас заключительная лекция в рамках первого цикла лекций «Экологического лектория», который создан на базе Высшей школы экономики совместно с Всероссийским обществом охраны природы. Это сейчас у нас будет заключительная лекция первого цикла. Осенью мы снова вернемся. Я приветствую всех тех, кто смотрит нас онлайн, и приветствую тех, кто пришел в аудиторию. Я сегодня пригласил на лекцию, которая будет посвящена невероятно интересной проблеме, очень актуальной для нас, для всех, как правильно сосуществовать городу и природе. На самом деле много противоречий, но тем не менее всегда должен быть какой-то поиск гармонии. И вот сегодняшнюю лекцию прочитает Евгения Геннадьевна Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Мой давний друг, замечательный специалист, выпускник кафедры физики атмосферы Московского государственного университета. С департаментом, в котором она работает, у нас было очень много совместных проектов на базе ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Они блестяще увенчались в декабре прошлого года премией правительства Москвы по экологии за 2022 год. Я теперь уже как в новой должности, как директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, надеюсь на то, что, несмотря на то, что география наших проектов будет расширяться, мы неизменно будем пользоваться поддержкой вашего департамента. Ну что ж, я тогда передаю слово Евгении Геннадьевне. Здравствуйте, дорогие друзья. Я благодарю всю свою аудиторию за интерес, проявленный к теме. Мы сегодня будем говорить на тему «Современный город, природа и дробь» или «Возможности». Начинаем. Прошу загрузить презентацию. Мировые города очень разные, и судьбы мировых городов тоже очень разные. Главное, что какие-то растут, а какие-то теряют свое население. Есть даже такой термин «сжимающиеся города». Они есть везде, практически во всех странах. Если проанализировать причины, почему так происходит, то экономический фактор преобладает. Люди уезжают из городов, если там очень дорогая жизнь, либо люди уезжают из городов, если там уже невозможно найти работу, либо условия жизни их чем-то не устраивают, они переезжают в другие города, которые растут. Экологический фактор становится значимым для принятия этого решения только в случае, если состояние окружающей среды настолько плохое, что это становится причиной, но на практике таких случаев очень мало, либо когда люди поработали, заработали, стали способными выбирать, задумываются о продолжительности жизни, о качестве жизни и выбирают более экологически благополучные города. Города задумываются о своем будущем. Задумываются о своем будущем те города, которые процветают, чтобы процветание длилось долго, и города, в которых население убывает. Существуют разные модели городов. Лет 20 назад модели были очень разные, но их объединяли два критерия, которые как главный в топе критериев присутствовали во всех моделях. Это транспортная доступность и транспортная логистика. Так было, потому что 20-30 лет назад во многих городах был транспортный коллапс, и еще никто не задумывался об удаленной работе. И второй фактор, который объединял все модели, это наличие людей, образованных, людей креативного класса, потому что, как мы сегодня посмотрим на некоторые цифры, наличие этого фактора является движущей силой для того, чтобы ВВП города, региона рос. Сейчас произошла консолидация позиции в отношении того, какие же факторы главные, о чем надо заботиться городам для того, чтобы они были привлекательны для людей. И на слайде вы видите то, зачем сегодня люди едут в город.
Конечно, рабочие места, конечно, уровень доходов, конечно, образование для своих детей, конечно, возможность вылечить себя, если ты заболел. По-прежнему остается в топе развитой и доступный транспорт с приоритетом на общественный, комфортное и разнообразное общественное пространство, разнообразие досуга, обязательная безопасность, наличие спортивной инфраструктуры, наличие зеленых зон. Что очень важно? Важно то, что нет смысла каким-либо образом ранжировать эти приоритеты. Это как в биологии. Растение не будет расти, если ему не хватает одного какого-то микроэлемента, даже если других микроэлементов в избытке, то есть есть лимитирующий фактор развития. И если в числе приоритетов и направлений для развития городов чему-то не уделять внимания, то это направление может стать лимитирующим фактором развития города, даже если по другим направлениям показатели хорошие. Слева в колонке на этом слайде те цифры, я, конечно, буду сегодня говорить о Москве, много говорить о Москве, вот те цифры, которые показывают, насколько велики показатели развития Москвы именно по этим приоритетным направлениям для того, чтобы город был привлекательным для людей. В городе сохраняются и создаются новые рабочие места, места приложения труда приближаются к жилью, это очень важно. Развивается общественный транспорт, вводятся новые поликлиники, то есть практически по всем направлениям есть очень серьезные, можно сказать, достижения в развитии города. Что-то у нас с презентацией. Маленькая техническая заминка. Сейчас дождемся снова презентации. Да. Видим только себя пока. Надеюсь, что все-таки обычно к нашим лекциям подключаются десятки тысяч слушателей. Это очень приятно. Суммарная статистика теперь уже больше 220 тысяч просмотров нескольких лекций. Надеюсь, что сегодняшняя, когда мы вернемся наконец к презентации, будет не менее популярной. Чего там случилось? Я приготовила вам сегодня много содержательных слайдов, поэтому очень бы хотелось их не потерять, хотя можно и без слайдов. Можно, вы знаете, чтобы трансляция у нас была информация, можно, пожалуйста, спасибо. Показывается с уроком. Да, конечно. Как я буду листать слайды? Да я просто вам буду листать. А мне часто придется вам говорить, давайте вот так вот вы мне поставите, и я буду, да, вот так вот, я буду, что мне нажимать. Что мне нажимать. Нет, та же. Листаем как. Ага. Ну вот, все в порядке. Так, а не отображается? Да, там идет с другой картинки. То есть увидят, да? Все хорошо. Да, значит, перед вами на слайде информация о том, как росла Москва. Она росла практически на протяжении всей своей истории. С 30-го года, ну, практически 100-летний период населения увеличилось в 3 раза. Последние 10 лет приросло на примерно величину порядка 900 тысяч человек. Территория выросла за этот примерно 100-летний период в 3 раза, 8 раз с учетом последнего присоединения новых территорий в 2012 году. И всегда абсолютно рост территории Москвы происходил за счет поглощения прилегающих территорий. И эти прилегающие территории, как правило, это были территории, которые мы называем незапечатанные, незастроенные, незаасфальтированные, то есть за счет природных территорий. Сегодня жители практически всех районов, которые находятся за третьим транспортным кольцом, живут на месте территории, где раньше была природа естественная.
очистные сооружения канализации Люберецкие, Курьяновские стали относиться к Москве только в 1960 году, а до того они тоже были за чертой города. В принципе, урбанизация с расширением границ – это наиболее вероятный сценарий. Существует возможность упластяться, расти вверх, расти, наращивать свое подземное пространство. Но эти сценарии имеют, как правило, свой лимит и реализуются редко. Растут города, растут и потребности. Есть прогноз о том, что к 2050 году, то есть примерно через 25 лет, миру потребуется на 50% больше питьевой воды, продовольствие потребуется примерно на 60% больше, а энергии даже на 80% больше. Эти цифры говорят о том, что урбанизация приводит к возрастанию экологических рисков. Экологические риски проявляются в виде изъятия и застройки природных территорий и в виде ухудшения качества окружающей среды. Многоплановость целей существует не только у города, но и внутри показателей экологии существует тоже целый ряд набор своих критериев. И все уже вольно или невольно, наверное, выучили, что есть цели устойчивого развития, что их 17. На этом слайде вы видите те цели, которые одновременно и про экологию, и про город. Их, соответственно, чуть меньше, чем 17, и концепция устойчивого развития именно то самое, что наложило свое окончательное решение, и вот те консолидация по приоритетам развития городов именно вот выстроилась именно под влиянием концепции устойчивого развития. Для того, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, есть несколько ключевых направлений, это уже в нашем экологическом направлении, доказанными практикой городов. Это те направления, которые выбирают себе все мировые города. Это развитие города по принципам полицентризма. Это обязательное развитие пешеходной доступности и социальной инфраструктуры. Это ограничение разной степени жесткости неэкологичного транспорта. Это наряду с этим интенсивное развитие всех видов зеленого транспорта для того, чтобы снизить экологические риски и создание систем управления дорожным движением для того, чтобы эти риски понизить. Это очень важный момент, если мы говорим о развитии транспортной системы, это повышение связности дорог. Обязательно преференции общественному транспорту и повышение эффективности грузоперевозок всех видов. Значит, город, который эти направления реализует, соблюдает, он, как правило, экологические риски может нивелировать. Критериев хорошей экологии много. Воздух, почвы, вода, подземные воды, состояние зеленых насаждений, а в каждом из этих направлений очень много индикаторов. Но есть один индикатор, который можно знать, и все остальные можно даже не знать, и даже можно не знать, что город делает. На него можно посмотреть и сразу понять, является развитие города устойчивым или ему есть куда стремиться. Это выбросы парниковых газов. Выбросы парниковых газов, несмотря на слово парниковых газов и ассоциацию, естественно, первую с негативным воздействием на климат, это показатели, критерии и разговор не только о климате. Это критерии устойчивого развития. Почему? Потому что сегодня можно провести практически абсолютное тождество между понятием «экологичный», как минимизирующее воздействие на окружающую среду, между понятием энергоэффективной, как экономящей невозобновляемые природные ресурсы, между понятием низкоуглеродной, стремящейся к минимуму выбросов парниковых газов, и все это, и умный, конечно, умный город – это о том же, потому что умный город – это об экономии ресурсов прежде всего. И все эти понятия сегодня практически тождественно равны. Поэтому говорим, когда о выбросах парниковых газов,
Ну, это главный критерий вот на вершине пирамид остальных критериев. И здесь вы видите сейчас на слайде характеристику Москвы с точки зрения выбросов парниковых газов. Вы видите, насколько удалось городу их снизить. Я обращаю внимание, об этом тоже я еще раз акцентирую несколько раз, насколько удалось снизить, несмотря на показатели развития города. Я уже сказала, население выросло, я уже сказала, территория выросла. Все это, естественно, требует развития инфраструктуры, введено больше 80 миллионов квадратных метров новых площадей, и все это произошло при сокращении выбросов парниковых газов, и все это произошло практически без роста потребления природного газа. Вот такой вот результат, он выдающийся, и нижний график показывает удельный выброс. Москва – мегаполис, азиатские мегаполисы и есть латиноамериканские мегаполисы, превосходящие Москву по населению. Тем не менее, если смотреть европейскую часть нашего континента, то сравнимых с Москвой мегаполисов нет. А график нижний, он показывает удельные выбросы парниковых газов, и вы видите, что показатели удельных выбросов парниковых газов Москва, несмотря на такие масштабные характеристики своего города, тем не менее удельный показатель совсем невысок. Это является серьезным достижением в экологической и климатической политике Москвы последних лет. Еще один слайд, который просто иллюстрирует многообразие всех экологических целей, на которые обращают внимание, это то, что составляет ту самую пирамиду индикаторов, которая увенчана главным выбросами парниковых газов, о котором мы уже поговорили. И, конечно, это не случайный результат, по ним по большинству тоже есть положительная динамика. Это результат государственных программ города Москвы, большинство из которых являются экологоориентированными. Основные показатели того, как улучшилось качество окружающей среды, несмотря на рост Москвы по атмосферному воздуху, по водному объекту, отдельно выделяются показатели улучшения качества окружающей среды, прежде всего атмосферного воздуха вблизи автотрасс. То есть динамика положительная, город растет, инфраструктура растет, качество окружающей среды улучшается. Это говорит о том, мы еще не знаем, за счет каких мероприятий. Я еще не приступила к этому рассказу. Но мы уже видим, что что-то такое происходило за 10 лет, что дало вот такой, на самом деле, очень значимый эффект. Практически исключив риски экологические при росте города за этот период. Упомяну просто, не буду сегодня долго говорить о климате, не буду говорить об адаптации к изменению климата, скажу только, что сейчас ведется работа по утверждению в городе Москве планы по адаптации города к изменению климата, есть прогноз долгосрочный, как же климат будет меняться по Москве, Москва не выйдет из зоны своих строительных нормативов, окажется в той же зоне, целый ряд опасных гидрометеорологических явлений изменит свою частоту, но не сильно. Самое главное, самое ключевое и очень значимое то, что существенно увеличится количество дней с аномальной жарой и волны жары. То есть это существенный риск, на который надо ориентироваться и планировать мероприятия, чтобы его нивелировать. Опять же скажу, что здесь Москва сыграла на опережение, потому что план действий города в условиях аномальной жары был утвержден мэром нашего города еще в 2012 году. И сейчас он только актуализируется. Буквально для тех, кто хочет не просто общепопулярную историю про город, его возможности и экологию, это уже такая матрица, достаточно глубокая, она связана с тем, что же должен делать свой город в различных отраслях экономик для того, чтобы снизить свое негативное воздействие на климат и быть адаптированным к ожидаемым изменениям климата. То есть это все те ключевые направления, которые, если город реализует, то город прогрессивно, у него все будет хорошо. И в Москве, естественно, все государственные программы, они формируются таким образом, что работа по этим выделенным направлениям, зелененьким выделено наиболее главное направление, они реализуются. Только упомяну об этом. Важный момент. Москва очень большая. Там у нас любят все города рейтинговать, особенно если показатели желательно за 100, тогда работы много. Вот, на самом деле
Есть очень важный вывод о том, что большим городам гораздо труднее быть экологичными по сравнению с городами маленькими. Если вы посмотрите рейтинги последних 30 лет, то там практически лидируют позиции, я сейчас говорю о мире, лидируют позиции города, которые там занимают площадь не больше 200 квадратных километров с численностью населения, там максимум 1,5 миллиона человек. Значит, почему так происходит? Так происходит, потому что есть связь экологичности и размера города. Если города более компактные, то с 1 гектара примерно на 10% растут доходы бюджета по сравнению с городами большими. Растет оборот местных предприятий, особенно если обеспечена пешеходная связность. Увеличивается производительность труда, сокращается энергопотребление, сокращаются выбросы парниковых газов, экономятся расходы на инфраструктуру, на душу населения. И все эти показатели связаны с более оптимальной и выгодной логистикой. А Москва, я уже показала ее удельный выброс парниковых газов, несмотря на свои размеры, несравнимые со многими другими европейскими городами, и несмотря на рост, который продолжался последние 10 лет, умудряется выходить на удельные показатели, сравнимые с показателями городов-лидеров, существенно меньше ее по размеру и по населению. Это очень важный момент, это очень важный акцент, который, опять же, говорит об эффективности проводимой политики. Есть также связь между экологией и благосостоянием города. Как говорил еще Раджив Ганди давно, эта фраза сохраняет актуальность, что худший враг экологии – это бедность. Чем город благополучнее, тем больше там заботятся об экологии. Это критерий и наоборот. Вот. Дело в том, что агломерационный эффект, когда плотность населения высока, он обеспечивает эффективное использование ресурсов, это привлекает инвесторов, растет потребление. И экономически успешная модель, она плотная. Существует такой параметр для оптимальных городов и их оптимальных экономик, как примерно в материалах Habitat, ООН Habitat содержится такая цифра, как 15 тысяч человек на квадратный километр. Вот. Выгоды города получают экономически при достижении такой плотности, при стремлении к такой плотности, потому что современная структура за счет инвестиций развивается, инвестиции направляются в инновации, технологии, начинается вовлечение людей в управление, развитая институциональность. Вот. И это все одновременно происходит с ростом благосостояния, ростом инвестиций в хорошее ради себя, то есть в окружающую среду ради более качественной и длинной жизни. Вот. Это такая экономическая модель есть, все успешные города по ней реализуются. Момент важный заключается только в том, что эта модель не предполагает сдерживания роста городов, то есть никто никогда не закрывает свои границы. Вот, и именно благодаря тому, что такая модель практикой доказана ее эффективность, объясняется то, что и не случайным является то, что в городах производится 80% мирового ВВП, из них там основная доля там 500 крупнейшими городами, это 20% всего жителей планеты примерно, а в среднесрочной перспективе есть прогноз, что прирост общемирового ВВП примерно на треть будет сделан уже 100 крупнейшими городами. То есть гонка городов в своей успешности по показателю ВВП, она существует и она растет, и ситуация очень серьезная, о будущем надо о своем думать. В свое время, мы сейчас находимся в Высшей школе экономики, в свое время мы с Михаилом Яковлевичем Блинкиным, который длительное время возглавлял в Высшей школе экономики институт, занимающийся проблемами развития транспорта и связанный с этим с экологическим вопросом, провели круглый стол. Круглый стол назывался «Транспортная политика города Москвы на весах экологических критериев». Мы проводили этот круглый стол в момент, когда началась реформа транспортной системы города Москвы,
частности, реформировалась улично-дорожная сеть, она требовала развития в силу своей дефицитности. И, естественно, это не могло не происходить без изъятия незапечатанных территорий, в том числе занятых зеленым насаждением, и ситуация была достаточно напряженная. И мы решили взвесить все аргументы за и против таких решений. Вред для экологии, польза для экологии, то есть по-честному учесть все аргументы. Дело же в том, что у любого города территориальный ресурс ограничен, и, как правило, развитие возможно не только при возрастании экологических рисков в виде потенциального ухудшения качества окружающей среды, но и при сокращении незапечатанных территорий. Все эти 10 лет Москва продолжала развиваться, она предоставляла городу новые возможности. Об этих возможностях я сказала на втором слайде, и они очень значимы. И обратите внимание, что я привела информацию по Москве далеко не о всех показателях развития, а только о тех, которые, можно сказать, вступают в конфликт с ситуацией, когда нету риска изъятия городских территорий, нету вырубки зеленых насаждений, нету риска ухудшения окружающей среды. То есть это конфликтующие с этой точки зрения целей. Но многоплановость городских задач, она очевидна, я об этом сказала, и в условиях этой многоплановости принятие решения по развитию города – это всегда выбор не только экологический, это всегда баланс, это баланс между экологией, это баланс между экономическим развитием, между наращиванием социальных благ для жителей своего города. И поэтому, хотя я представляю экологический департамент, и я много лет посвятила именно этому делу, тем не менее мне хотелось бы сегодня достаточно беспристрастно призвать вас взвесить все аргументы за и против и посмотреть, а плохо ли для экологии или хорошо то, что происходило с развитием Москвы в других отраслях, в том числе где-то за счет изъятия незапечатанных территорий. И поэтому такая метафора, это фрагмент картины Яна Вермеера, девушка с весами, и весы здесь, обратите внимание, драгоценные, потому что они будут взвешивать драгоценные, весы ювелирные, они будут взвешивать драгоценную природу и очень ценные для возможностей города развития по другим направлениям. А конкретно мы будем все время, рассуждая о развитии города, вспоминать, что в экологической сфере, это правый столбец на слайде, в качестве окружающей среды есть ряд своих критериев. Зеленым выделены главные – это сохранение развития зеленых пространств и минимизация загрязнения окружающей среды. Мы будем сравнивать это с экономическими критериями. В экономических критериях это конкурентоспособность городской экономики, это наличие рабочих мест, это наличие соответствующей инфраструктуры. И, конечно, мы будем сравнивать это и взвешивать с характеристиками социального благополучия города. Это общественная безопасность, это здоровье с возможностью заниматься спортом на природе, это возможность общественного отдыха и развлечений, разнообразие досуга, это наличие объединяющих людей общественных пространств и создающих уникальный облик города, и это разнообразие транспортной инфраструктуры. Вот, и, соответственно, выделенное зеленым мы будем все время сопоставлять с тем, что выделено синим на этом слайде. Начинаем. И начинаем по традиции с транспортной системы. Я уже упомянула, почему. Транспорт – естественный источник загрязнения. И новые автотрассы, которые создаются, и движущиеся транспортные потоки – это источник выбросов загрязняющих веществ. Надо чистить сток с автотрасс, образуются отходы от автотранспорта. Это является источником сверхнормативного шума. А когда трассы создают, часто приходится изымать незастроенные территории и страдают зеленые насаждения, которые на них находились. Говорю сразу с обязательной по закону города Москвы компенсацией. На этом слайде представлены основные экологически значимые показатели развития транспортной системы. Не все, а только те, которые имеют прямую связь с
какими-то экологическими эффектами. Протяженность улично-дорожной сети влияет на заторы и на среднюю скорость движения. Средняя скорость движения – это впрямую связь с величиной выброса от движущихся транспортных потоков. Доля общественного транспорта впрямую влияет на сколько долю личного транспорта. Это, опять же, заторы. Все это выражается в выбросах загрязняющих веществ, и при дефицитности этих показателей, вы видите синенькую графу «было», как это было, обращаю только внимание, что вот тут уровень автомобилизации около 300 единиц транспортных средств на человека, иногда встречаются в литературе показатели уровня 350-360, это когда не изымает из общего автопарка города Москвы общественный транспорт и грузовой транспорт. Если делить только на личный, получается вот такой уровень автомобилизации. И посмотрите, правая часть слайда – это то, что стало. Уровень автомобилизации практически не увеличился, если, опять же, взять только часть общего автопарка личного автотранспорта. Существенно снижены перепробеги, это существенно снижает выброс. Суммарно выбросы загрязняющих веществ, если 20 лет назад они оценивались в цифру около 1 миллиона тонн загрязняющих веществ, суммарно по всем загрязняющим веществ, то сегодня это 320 тысяч тонн. Ключевые два из всех этих показателей, опять же, если обобщать, это сокращение перепробегов. Оно достигнуто было в городе за счет повышения связности территории города. Это строительство мостов над водными объектами и строительство эстакад на фрагментирующую улично-дорожную сеть Москвы железнодорожные линии. Оно достигнуто за счет выделенных полос общественного транспорта. Он косвенно влияет на сокращение потоков личного транспорта. Конечно, оно достигнуто за счет интеллектуального управления движением, потому что эта часть очень важна, когда мы говорим о доверии к общественному транспорту, к его надежности, к его комфортности, когда можно прогнозировать. 54 минуты здесь указано. Эта цифра чуть-чуть не актуальна. Это данные за прошлый год. Но неважно. Важно, что сокращение доездки Москвы, а это раньше было до 2012 года 40 километров, самый длинный диаметр Москвы, и сейчас у нас присоединилась новая территория, это 70 примерно километров. Вот время доездки по Москве максимальное 54 минуты, снижение составило больше 10 минут, и на самом деле сейчас этот показатель еще чуть-чуть улучшился. И рост популярности общественного транспорта, потому что он сопутствует снижению частных потоков. И ключевая здесь характеристика – это сегодня 70% доля общественного транспорта в перевозках. Очень важно, что эта доля возросла за счет использования общественного транспорта экономической частью активного населения, той, которая может себе позволить ездить и на личном транспорте. То есть они тоже добровольно пересаживаются на общественный транспорт. А это экологический эффект суммарный, который вытекает из всех предыдущих мер по развитию транспортной системы Москвы. Вы видите показатели содержания атмосферных газов вблизи автотрасс. Второй график сверху. И практически по всем по ним вы видите существенное снижение. Есть, конечно, существенный вклад, который произошел за счет улучшения экологического класса автотранспортных средств, потому что принималось ряд решений о том, что в стране вводились новые технические регламенты, устанавливая все более и более жесткие требования к выпускаемым транспортным средствам. В Москве вводились меры по ограничению неэкологичного топлива, до сих пор существуют и являются эффективными меры по ограничению неэкологического транспорта хуже экологического класса 2 внутри МКАДа, хуже экологического класса 3 внутри третьего транспортного кольца. То есть это, конечно, все совокупный эффект мер, включая развитие улично-дорожной сети. Я призываю не забывать, ради чего мы все об этом говорим. Это все то, что мы кладем на ту или иную чашу весов и сравниваем положительные или отрицательные эффекты. Не могу не упомянуть об электротранспорте, потому что правительство Москвы тут недавно выразило готовность сохранять обещание менять постепенно общественный транспорт города Москвы, дизельные автобусы на электротранспорт.
Это прямой выход на сокращение выбросов парниковых газов по Москве. Развиваются стоянки. Приняты меры экономического стимулирования для частного электротранспорта. Транспортный налог на транспортные средства – это на уровне субъектов Российской Федерации, он для электротранспорта обнулен, а парковки бесплатные. То есть все эти предварительные меры для стимулирования развития этой сферы и в общественном, и в частном секторах практически полностью возможны и сделаны. Вот. Я вам показала эффекты в виде улучшения качества окружающей среды вблизи автотрасс, но я хочу сказать, что и отдельные проекты внутри этой большой системной, но новаторской работы присутствуют, и они просчитываются, и их эффект просчитан экспертами и доказан. Ключевые проекты, которые внесли вклад в улучшение качества окружающей среды за счет реформы транспортной системы, это, конечно, восстановление работоспособности железнодорожного центрального кольца, это создание центральным диаметром со своими целевыми эффектами, достигнутыми, все цифры на слайде, я не все буду повторять. Это большая кольцевая линия московского метрополитена, которая дала очень существенный эффект снижения загрязнения воздуха, оттянув на себя потоки частного автотранспорта. Это, кстати, стало предметом и сделало возможным выпуск в Москве зеленых облигаций, потому что в основу первого выпуска зеленых облигаций на 70 миллиардов, это был первый этап, сейчас уже второй этап делается, легло именно развитие транспортной системы с доказанной экологической эффективностью. Очень много было разных мнений у разных групп населения про строительство Северо-Восточной Хорди, потому что часть ее прошла по участку заброшенной железнодорожной линии по территории Лосиного острова. Вот, то есть она была фрагментирована и раньше, просто теперь восстановили еще автомобильное движение, а на другой чаше весов у нас это то, что вдоль 139 километров магистральной сети сокращены перегруженные участки, и эффект сокращения выбросов по городу на 17% по диоксиду азота и на 21% по оксиду углерода. И, конечно, такие эффекты возможны значительные за счет замыкания всех участков реконструируемых или вновь создаваемых улично-дорожных сетей, то есть такой синергетический эффект. По отдельности, конечно, как это, по отдельности короткий участок трассы всегда источник. Вместе, связанная, системная – это всегда положительный эффект. Это мы с вами поговорили про транспорт. Мне будет интересно ваше решение. Повторяю, я не давлею, мне больше интересно ваше мнение получить, и вам для пищи, для ума, для того, чтобы вы сами провели сравнение минусов и плюсов. Значит, второй раздел – это развитие промышленности в Москве и ревитализация производственных зон в Москве. Промышленные предприятия, естественно, тоже источник загрязнения окружающей среды, источник выбросов, источник сбросов водные объекты, источники образования отходов, причем промышленных, если мы говорим о промышленных предприятиях. Нам сейчас чуть-чуть легко говорить, потому что мы анализируем путь, который прошли города 10, 20, 30, 40, 50 лет назад, и примерно 30-40 лет назад, ну 30, очень мировые города задумывались о выводе своей промышленности за территорию города именно для того, чтобы сделать кардинальный скачок в улучшении качества окружающей среды. Ну, плюс для того, чтобы таким образом опосредованно затормозить рост городов. Сегодня практически все города, даже Стокгольм, который 20 лет назад заявлял готовность вывести свою энергетическую систему и промышленные предприятия за территорию города, восстановили энергетику, правда, на биотопливе. И если выводят, то только вредные предприятия, в выбросах которых есть там совсем уж экотоксиканты. Вот. Но что на другой чаше весов? На другой чаше весов выгода от сохранения промышленных производств в городах и создания новых производств. Ну, естественно, преимущественно сборочных.
В Москве вообще больше 3000 промышленных предприятий о разной степени. Вот. И предприятие – это больше 7 миллионов рабочих мест. Предприятие – это низкий уровень безработицы, а в Москве сегодня он не просто низкий, количество вакансий сегодня превышает количество желающих на них оформиться. То есть это такое редкое исключение благополучное на нашей территории города, и любое решение о выводе предприятия, оно, естественно, ударит по этим ключевым вопросам, впрямую влияющие на экономику города, на доходы города. Как я уже сказала, кто худший враг экологии? Худший враг экологии – это невозможность и отсутствие средств вкладываться в улучшение качества окружающей среды. Три отрасли озвучу, три самых крупных отрасли, поэтому только три. Энергетика Москвы, порядка 38 тысяч тонн загрязняющих веществ сегодня выбрасываются промышленностью, из них больше половины – это как раз объекты теплоэнергетики. То есть это номер один источник в совокупности, все теплоэнергетические станции в совокупности источник номер один. Они ответственны абсолютно за фоновую концентрацию диоксида азота в фоновых районах, не подверженных прямому влиянию автотрасс. Очень значимый источник. Посмотрите, что происходило с этой отраслью за 10 лет с экологической точки зрения. Ну, во-первых, энергоемкость валового регионального продукта Москвы снизилась и на существенные цифры. Во-вторых, выбросы парниковых газов сократились на 20%. Это произошло за счет того, что современные парогазовые установки были установлены взамен устаревшего оборудования. Как я уже сказала, практически не возросли выбросы природного газа. Еще важный момент, что вся энергетика Москвы работает на природном газе. Это одно из самых экологичных топлив, которое по удельному выбросу загрязняющих веществ существенно чище, чем любые другие невозобновляемые углеводороды. И за счет этого снизились выбросы загрязняющих веществ от теплоэнергетики. Ну, плюс это наш с вами комфорт, тепло, энергия. Она централизованная, при централизованной теплоэнергетике система очистки очень хорошая. Есть такое правило доказанное, что чем больше мощность предприятий, тем легче там сделать систему очистки, потому что системы очистки дорогие. Это для всех видов отраслей касается, и смысл тратиться на них есть только у тех, кто имеет достаточно большой объем производства. Вот, поэтому, говоря о энергетике в Москве, можно сказать, что сегодня это драйвер, это именно та отрасль, благодаря которому Москва снизила выбросы своих парниковых газов, показатель, на основе которого мы говорим об устойчивости развития Москвы. Нефтеперерабатывающий завод, второй вкладчик по относительной доле выбросов в атмосферный воздух, но и оно вынуждено было принять план реконструкции в 2012-2013 году для того, чтобы остаться в городе. И сегодня, по данным мониторинга, существенно снизились выбросы, которые создают запахи, практически в два раза. А количество ситуаций, когда люди в близлежащих районах могут эти запахи ощущать, снизились больше, чем в два раза. То есть очень значимые показатели развития при сохранении числа рабочих мест, повторяю. Еще один мощный источник городской – это городские канализационные сооружения. Я их уже упомянула, что они невольно оказались в черте города 60-х годов. Там тоже были приняты программы модернизации. Основная мера, благодаря которому мы говорим о наличии экологических эффектов, это полностью герметизация всех источников, откуда могут проистекать неприятные запахи. Представьте, Курьяновские очистные сооружения 3 миллиона кубометров чистят канализации в сутки. Столько же Люберецкие очистные сооружения. При этом они модернизируются без остановки, и при этом мы видим эффект. Эффект мы оцениваем в виде двух показателей. Первый показатель, опять же, это сокращение эпизодов, когда люди могут чувствовать запах.
И сегодня количество таких эпизодов, это там меньше, существенно меньше, чем 1% от общего времени в году. И сохранение максимумов по концентрациях дурнопахнущих веществ в эти периоды. То есть тоже очень значимый эффект, но на либерецких очистных продолжается еще модернизация. Вот, эффект будет усиливаться, то есть ситуация будет улучшаться. Не могу сказать обо всех предприятиях, сейчас буквально одной фразой упомяну. Очень важно сказать, что это тоже одно из направлений, по которым города и рыхлость своей структуры преодолевают и выходят на оптимальную плотность своей территории для того, чтобы экономическая модель была успешна. Это вовлечение в оборот мало вовлеченных, загрязненных, заброшенных территорий. У Москвы есть своя программа, примерно 18 тысяч га по Москве оцениваются наличие таких территорий, сейчас уже меньше, это было на начале старта программы. Территории преобразуются. Для нас, экологов, очень важно, что не меньше, чем 10-15% это будут созданы новые парки, озелененные территории на территории промзон. Это будут новые рабочие места с очень значимой цифрой. Это будут технопарки с инновационными производствами, фармацевтическими, сборочными. И то есть вовлеченная в оборот территория, то есть экономическая модель тем самым делается более успешным. И, естественно, вклад идет в более экологичные производства. Почему? Вот здесь несколько примеров, я не буду на них долго останавливаться, как преобразилось несколько территорий уже по результатам реорганизации. На месте заброшенных территорий появляются пешеходные пространства, появляются спортивные пространства, появляются общественные пространства, любимые, которые преображают район. Сейчас вот этот покажу сначала слайд. Значит, 3500 предприятий, я сказала только о трех. И я сказала о том, что будут на территории реорганизуемых, проходящих ревитализацию промзон, преобразование в виде создания в технопарках новых производств. У нас сейчас существенным образом меняется природоохранное законодательство. Это отдельный разговор и предмет отдельной лекции, хотя об этом очень хочется поговорить и о прогнозе в связи с этим изменившимся законодательством. Сегодня упоминаю только то, что технология, не технология, а принцип ESG – ну, во-первых, это мое имя, фамилия, отчество, поэтому мне это не может не нравиться. Хотя, конечно, стоит отметить, что об этом долго говорят, отсутствие ясных критериев до сих пор не создано, но создана зеленая таксономия федеральным регулятором этого процесса, определены перечень проектов, которые зеленые могут считаться. Сегодня практически все ключевые игроки на финансовых рынках, ВТБ, и Сбер, имеют в своих пакетах именно зеленые кредиты под эту таксономию зеленых проектов. Я сейчас говорю о зелененькой Е-части. И практически бизнес по всем отраслям сейчас может развиваться через инвестиции, если он будет реализовывать какой-то проект, подходящий по критериям подзеленых. Это такое направление, которое, я надеюсь, будет развиваться и касается всех остальных 3500-3 крупных предприятий в городе Москве. И уж точно это будет происходить на территории технопарков в реорганизуемых промышленных зонах. Упомяну про строительство. Нет у меня блока про строительство, хотя есть блок про территориальное планирование через реорганизацию, ревитализацию промышленных зон. Больше 50 миллионов квадратных метров жилья сделано за там, 7 или 8 лет последних. Естественно, изымаются территории, которые до того были не запечатанные. Естественно, это всегда повод для, мягко говоря, дискуссий. Что очень важно? Важно то, что мы же, когда строим капитальное строение, мы же их строим на одно, два поколения, на три поколения. Да? То есть как построим, так три поколения и будет. То есть мы себя ну, как-то обрекаем на эффекты либо их отсутствие трех поколений. Была проделана такая работа, где мы изучали здания Москвы, больше 20 зданий,
и изучали. Это были здания различного функционального назначения, в основном офисные центры, но были и жилые здания, ну, то есть различного функционального назначения, и социальные здания, и школы там были. Вот, и они изучались на предмет реализации зеленых решений при их создании. Оказалось, что использование энергосберегающих и разных зеленых решений, зеленые — это те, которые позволяют сэкономить. Вот экономия могла достигать порядка 30% по энергии. Например, если мы говорим о том, что был сделан автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, то сокращение энергопотребления показало до 10%. А если мы говорим, например, о решениях, связанных с утилизацией теплоты вентиляционных выбросов, это экономия до 20%. А срок окупаемости, все мероприятия были разделены по группам. Первая группа – это наиболее окупаемые, это вот серенький квадратик посередине слайда. Вторая группа – это малозатратные меры водосбережения. Третья группа – это тепловая изоляция труб и интеллектуальное управление освещением. Вот разделены по группам с точки зрения сроков окупаемости от 3 до 15 лет они окупаются, и при этом значимая экономия. То есть это сегодня одно из перспективных направлений развития в Москве, и очень важно, если уже что-то строят, и под это есть градостроительные свои планы, именно в рамках них и происходит, то очень важно строить с максимальным экологическим эффектом, потому что, повторюсь, мы строим на 2-3 поколения вперед. Одно из ключевых направлений в любом городе, который думает о своем развитии, это развитие общественных пространств. Удалось Москве вытащить из своих квартир людей гулять, людей гулять на улице, видеть друг друга. Не помню, кто сказал, это было давно, что мы видим город, не видим людей. Вот сейчас мы видим и город, и людей. Повторяю, общественное пространство – это уникальный код любого города и Москвы. Они важны. Для того, чтобы в Москве преобразоваться, была принята специальная программа создания качественной городской среды, очень амбициозная, по тем перечням объектов, которые должны были быть преобразованы. И если 10-15 лет на вопрос пешеходной улицы все сказали только Арбат, то сегодня на вопрос пешеходной улицы люди могут перечислять, и уже улицы, где ездит транспорт, тоже там выделено специальное пространство, они тоже могут считаться пешеходными. Повторюсь, показатель я уже озвучила, если уже возрастает пешеходная связанность между районами, то плюс 6% к прибыли тех сервисов, которые существуют на этой территории. Вот, в рамках благоустройства высаживались деревья, там была часть, связанная и с компенсационным озеленением взамен вырубленным при развитии города, и высаживались деревья дополнительно. Очень важной характеристикой экономической было то, что просчитанное, что привлекли вложения в общественное пространство, окупились тем, что приток людей и туристов был настолько большой, что они практически были безубыточным. Для здоровья крайне важно, что люди стали гулять пешком на 20 минут больше, в два раза чаще, а летом даже до 5 раз. Это все просчитанные исследования. Это очень значимый показатель для города, который думает и имиджи, и о здоровье своих людей. Тоже несколько слайдов, хочется показать все, ну, просто упомяну, не могу, презентация же будет потом доступна нашей аудитории, да, можно будет это все посмотреть. Вот примеры, как преобразовывались и создавались пешеходные пространства. Андре Муруа сказал: хочешь узнать свой город, гуляй пешком, по-другому никак невозможно. Москва теперь стала гулябельная, раньше она была давно не гулябельная. Вот. Еще показатели, еще примеры. Практически 2 миллиона людей живут в районах и в домах, которые непосредственно приближены к большим, с достаточно большой площадью благоустроенных объектов. Вот, выделить целевую группу – это детей наших, школьников, 200 тысяч – это имеют в доступе там, до 5 минут комфортные спортивные и детские площадки. Вот. Ну и, естественно, общественные пространства. Я думаю, у каждого есть там свой любимый парк.
либо даже двор, который стал любимым, и действительно там интересно проводить время. Вот. Во многих рейтингах Москва благодаря этому побеждала. Больше 1000 га обновлено, преобразовано, больше 100 километров набережных, в том числе вокруг водных объектов, созданы для возможности гулять. То есть очень значимое направление, акцентируя на этом показатели развития. Вот. Вопрос только в том, что какие-то из этих участков были естественная природа, они стали преобразованным, благоустроенным с увеличением потоков людей, потому что, конечно, потоки на общественных пространствах возросли там в 12-15 раз. Вот. И создавая общественные пространства, город, конечно, влияет, преобразуя их под использование человека, город влияет на поведение людей, и это, конечно, в первую очередь, помимо экономики, это стимулирование здорового образа жизни через велосипедные прогулки, через пешеходные прогулки. Вот. Переходим к главному для меня разделу. Сколько у меня времени есть? Переходим к главному для меня разделу. Кратко, природа. Все города заботятся о своей уникальности. Я не могу сказать, что Москва – единственный город мира, который сохранила нетронутую естественную природу. Такие города еще есть в мире. Но я могу сказать, что по показателю количественных в площадном выражении Москва находится однозначно в лидерах этого списка. И все-таки таких городов не с искусственными рукотворными парками или парками культуры и отдыха, а именно с природными территориями, их на самом деле совсем немного. И это можно считать уникальностью Москвы абсолютно. Около 20 тысяч га площадь природных территорий, естественной природы, правда, примерно треть из этих территорий – это сторонние пользователи, в том числе парки культуры и отдыха. Тем не менее, это очень значимая цифра, около 20 тысяч га вместе с Лосиным островом, федеральной природной территорией. Если 20 лет назад достаточно было сказать для понимания значимости природы то, что это кислород, это загрязняющие вещества, поглощение – это отдохнуть, то сегодня, к сожалению, в рациональном в нашем мире экономисты в области экологии и природопользования вынуждены прибегать к другой аргументации, аргументации по критерию денежных выгод, в том числе от сохранения природы. И оказывается, ну, во-первых, вот этот слайд демонстрирует все виды услуг, скажем так, хотя не знаю, насколько морален этот термин, который люди получают от природы. Наверное, он, про моральность можно обсуждать, наверное, он уместен, потому что вообще-то надо понимать, что сегодня в городах выросли поколения, для которых пение птиц или естественная природа – это сомнительное благо, а преобразованная природа является очевидным благом, и надо понимать, что существуют люди с разными интересами. Вот. Но то, что дает и дарит нам природа, иллюстрирует вот этот слайд. Вот. Ну, давайте посмотрим, значит, что нам дает природа. Я уже сказала, что жара будет аномальная, да? Так вот, природа за счет того, что от природных территорий отражающая способность солнечного излучения иная, регулирует микроклимат, и даже небольшие по площади территории сокращают градусы в аномальную жару там, на 2 градуса. А если мы говорим о больших крупных массивах, типа там Измайловского парка, то это и до 8 градусов есть такой эффект. То есть спасаться от аномальной жары будем там, плюс она влияет на там, порядка 100-200 метров при удалении от этого парка. Очень значимое количество пыли поглощает. И сейчас принята на федеральном уровне стратегия низкоуглеродного развития. Там впрямую президентом поставлена задача подтвердить экспериментально эффект зеленых насаждений с точки зрения стока парниковых газов. Под эту задачу субсидируются с федерального уровня и создаются карбоновые полигоны. Вот в Москве потенциал поглотительный по выбросам СО2 оценивается примерно
в порядка 1 миллиона тонн СО2. А всего выброс парниковых газов по Москве 57 миллионов тонн СО2, 57,1, но это только сток, поэтому это на самом деле очень значимая цифра. Сохраняем естественную природу, сохраняем биоразнообразие. Ну и, конечно, это даже закреплено в федеральном законодательстве, природные территории Москвы созданы, это прямо как цель прописана в федеральном законодательстве, для людей, для рекреации и возможности отдыхать и заниматься спортом на природе. И вот тут-то вытекает, и опять вспоминаем наши с вами ювелирные весы. Экономическая значимость, вот расчеты, которые я вам показала на предыдущем слайде, это экспертные оценки, экспертные расчеты на основе практики мировых городов. А вот это прямо наша с вами жизнь, это как у нас наши инвесторы, которые строят жилье в Москве, пользуются и понимают, ну, наверное, и пользуются, потому что, посмотрите, вот эти цифры, это реальные оценки увеличения стоимости жилья, если оно находится с разным, вблизи природы, в отличие от строящихся объектов на удаленности, в непешей доступности от природных объектов. Вот прямо вот не надо ничего доказывать, все это понимают. Вот. Очень важно, чтобы кредит у природы был возвратным, а не безвозвратным. И я обращаюсь к тому слайду по зеленому строительству, которое мы с вами посмотрели. Вот. Сохранение биоразнообразия – ключевая цель, она объединяет на самом деле города. То есть приверженность целям устойчивого развития, целям сохранения биоразнообразия объединяет города. Могли бы вы подумать, что в Москве на природных территориях можно встретить горностая, обитает черный хорь, лоси никого не удивляют, все телеграм-каналы в том, как лоси гуляют по Лосиному острову. Сов можно встретить несколько видов, при том, что, обращаю внимание, все совы, они краснокнижные. Не Красная книга Москвы, а Красная книга Российской Федерации. И многие из них в международных списках CITES существуют. Это списки, защищаемые Конвенцией о сохранении дикой природы. И все это можно увидеть в Москве, даже если повезет, гуляя по природным территориям города. Обратите внимание, что это все буквально вот переиздана «Красная книга». И это все, несмотря на те показатели развития по другим направлениям, которые не природа, но дает людям возможности в других сферах. То есть нету никакого явного дисбаланса и ущерба. А теперь я хочу сакцентировать внимание вот о чем. Естественная природа или рукотворные вновь созданные объекты. Мы об этом уже с Алексеем говорили, да. Сейчас у меня прям будет слайд про наш проект, Алексей, да. Создаваемые зеленые территории могут быть экологически эффективны и приносить нам все те экосистемные услуги, о которых мы поговорили. Поглотительной эффективностью естественных территорий в 3 раза больше, чем у искусственно созданных. Луговые территории гораздо эффективнее удерживают осадки, чем рукотворные газоны, чем гравийные покрытие, даже я не говорю уже за асфальтированных, несравнимые эффекты. Что мы получаем? Мы получаем, что если создавать озелененные объекты, это, наверное, разговор больше даже с ландшафтными архитекторами, без стремления приблизиться по своим показателям к природе, к естественной, то их эффективность будет маленькая. Не нулевая, конечно, но маленькая. То есть они будут ограничены одной функцией, декоративной. Тоже не могу не сказать. Вот цитата в голове есть, не помню всех, кто-то сказал, что цветник в городе – это улыбка города. Поэтому это тоже хорошо. Вот. Но хотелось бы максимальной экологической эффективности от незапечатанных территорий в городе, от создаваемых зеленых пространств. Именно поэтому я хочу уделить прямо 30 секунд проекту, который упомянул Алексей. Это проект, который был инициирован аптекарским огородом при поддержке Росбанка и, естественно, при
поддержки Департамента природопользования в рамках этого проекта участники разрабатывали именно природоприближенные объекты, и было сделано 4 вида экологических сообществ, разработанные с набором, с целым рядом набором ценных природоприближенных решений. Они были сделаны для лесного теневого участка, они были сделаны для открытых городских пространств, то есть луговых, газонных, они были сделаны для прибрежных околоводных пространств, они были сделаны для зеленых крыш. 4 проекта значимых. И главное то, что аптекарский огород дал всем возможность реализовать их на своей территории. Вот, это сегодня лидеры, драйверы, на которые должны равняться все те ландшафтные архитекторы, которые проектируют новые зеленые пространства. А здесь я хочу привести просто примеры еще раз тех природоприближенных территорий, которые даже рукотворно созданную озелененную территорию может сделать такой, что ее эффективность экологическая будет больше. Местные виды растений, естественно, должны использоваться, там определенный подбор по устойчивости к климатическим условиям. Если мы, например, заменяем очень важный момент газон луговым разнотравьем, есть вид лугового разнотравья, кашка-клевер, который там высотой 15 сантиметров, это не будет бурьян 1,5 метра, за которым ухода меньше, он цветет практически все лето, он наш, российский, средней полосы, и его экологическая эффективность существенно больше. Отрадно то, что в Москве появляются примеры, когда люди именно с таким подходом реализуют свои новые озелененные пространства, повышая их экологическую эффективность. Есть мировые примеры, которые тоже являются прибереженными при реабилитации природных объектов, когда возвращаются русла естественные рекам. Естественно, речь не может идти о больших реках, потому что это паводки, это безопасность, но о малых речушках этот подход очень важен и обязателен. Это тоже один из примеров прибрежённой реабилитации территорий. Нет пока в Москве таких примеров, они очень распространены в мире, как биофильтрационные каналы и такие биоболота, которые тоже эффективны по целому ряду критериев с точки зрения чистки поверхностного стока и с точки зрения поглотительной способности СО2. Следующий проект «Возвращение природы города» надо сделать такую номинацию отдельно и попытаться реализовать. Хотя биофильтрационная канава же есть в аптекарском огороде, там же есть то, где водный аир, водная мята, все чистящие растения, да? Мышь, да, тростник, да. Грудь. Есть примеры, пусть их будет больше. Я упомянула об одном проекте «Зеленые крыши». Пусть будет. Обязательно мы это приветствуем, но пусть будет вместе, а не вместо. С чем вместе? Посмотрите, пожалуйста, на крышу справа картинка. Это не российский город, есть зеленая крыша. Кажется, смотришь и говоришь, о, зеленая крыша. На самом деле фотографии, все сделанные на поверхности, показывают, что на уровне-то, где находится человек, зелени нет. То есть это не пример для нас. Вот. Очень важно, чтобы зеленые крыши были, потому что, конечно, один из принципов экологической эффективности – это наличие экологического каркаса связанных зеленых территорий. В Москве за много лет роста экологический каркас в целом ряде участков прерван, а для целого ряда там опыляемых насекомых наличие зеленых крыш может вполне служить восполнением этого. И появляются в Москве без ущерба не взамен озеленения на поверхности земли, а в дополнение целый ряд зеленых крыш, соответственно, рождаются, совершенствуются технологии оспаривания тезис, которые было легко сказать, такой тормозящий тезис, о, это так дорого и сложно сделать, не будем этого делать. Вот. И к ландшафтным архитекторам про проектирование скажу сказать еще следующее, что сегодня появился подход в мире, программные продукты в мире, когда при проектировании озелененных территориях, особенно если на территориях там собираются что-то высаживать
или фонтан организовывать, или маленькие какие-то водные объекты, возможность рассчитать сразу их климатический эффект. Рассчитываются последствия с точки зрения температурного оптимума, с точки зрения микроклимата, и рассчитываются последствия с точки зрения влажностных. И выбираются те варианты альтернативные, которые обеспечивают оптимальный температурно-влажностный режим, что является таким ключевым стратегическим подходом. Возможно, это подход завтрашнего дня. И одна из мер в условиях адаптации городов к изменению климата, особенно если это изменение, как в Москве, прогнозируется в основном через увеличение дней с аномальной жарой. И я упомянула уже карбоновые полигоны, еще одна выведена на отдельный слайд. Экосистемная услуга – это поглотительная способность разных лесов в зависимости от возраста и в зависимости от типов зеленых насаждений. И практически все они имеют разную, но хорошую эффективность. Теперь опять вспоминаем про наши ювелирные весы. Я же уже упомянула о том, что рекреация федеральным законодателем установлена после сохранения биоразнообразия как тоже цель для создания особо охраняемых природных территорий в городах. Потому что, естественно, здоровье природы – это вещи впрямую связанные. Есть достоверная связь, она есть в материалах Всемирной организации здравоохранения, в разных экспертных отчетах между отдыхом на природе и продолжительностью жизни. Отдых на природе – это в том числе повышение двигательной активности, улучшение иммунитета, не говоря уже о том, что это происходит в условиях оазисов, чистый воздух. И наличие таких зеленых территорий в шаговой доступности имеют прямую связь с показателями здоровья, с показателями психоэмоционального стресса и с уровнем настроения. Вот. И город, давая возможность и создавая условия через создание привлекательной и доступной инфраструктуры отдыха на природе, побуждает людей проводить больше времени на открытом воздухе, создает условия для улучшения здоровья людей, но вместе с тем возрастают рекреационные потоки, в том числе на естественную природу. Ле Корбюзье когда-то говорил, что так это мрачно, депрессионно, что город – это символ борьбы человека с природой, символ его победы над ней. Это именно потому, что города росли за счет поглощения природных территорий, и потому что альтернатив использования природных естественных участков очень много, в том числе экономических выгодов. Но даже возрастание рекреации, а есть такие цифры, что если зеленые территории, леса не включены в городскую черту, у них нагрузка примерно 1-2 человека на гектар, а как только они становятся включенные в городскую черту, нагрузка возрастает до 100 раз, в зависимости, как далеко от городской черты, то это, конечно, не застройка, не асфальтированная, но это существенное увеличение воздействия на природу, в том числе естественную. А на другой чаше весов у нас возможность улучшать свое здоровье. И по закону говорю о том, что еще раз рекреация является тоже одной из целей для создания особо охраняемых территорий в городах. Это делается через выделение специальных функциональных зон внутри создаваемых и существующих особо охраняемых природных территорий. Вот. В рамках данной нормы закона на московских особо охраняемых природных территориях выделены зоны для спортивного досуга, и там обеспечена возможность для занятия 22 видами спорта, и зимних, и летних, и самых разнообразных. И нагрузка, конечно, на эти территории очень высока, они требуют определенного ухода. И естественно, экосистемные услуги вот этой части функциональных зон, они иные. Но, например, если человек занимается бегом там, на дорожке в спортзале, либо на асфальтированной дорожке, либо в сравнении с этим на грунтовой дороге в парке, на природных территориях,
то все ортопеды, естественно, рекомендуют заниматься в парках на специальных дорожках. Вот на слайде вы видите цифры из различных научных статей медицинских, которые анализируют вот эти эффекты. Я уже сказала, что для города очень важно, если город думает о своем будущем, сохранять интерес своих жителей к своему городу через создание разнообразных форм досуга. Это мейнстрим, это одно из направлений, это даже в материалах ООН «Хабитат» прописано. Так делают все города. Вот я отношусь к людям, для которых природа сама по себе источник вдохновения, но не все должны быть одинаковые. И разнообразие форм досуга – это важное направление для городов, думающих о своем будущем, причем и для привлекательности для живущих людей в городах, и для того, чтобы город был интересен и приезжающих в город. Поэтому парки становятся тематические, парки становятся многофункциональные, создаются зоны, где разрешен активный отдых, создаются зоны, то есть это общемировые тренды, наоборот, такие оазисы тишины, все новее и новее инфраструктура, все затейливее, чтобы удивить дизайн. Это тренд, это тенденция, это данность. Естественно, города, которые понимают, что на другой чаше весов сохраненная природа, и нельзя брать у природы безвозвратные кредиты, понимают, что все надо делать умеренно и так, чтобы природа... Ну, как-то минимизировать вот это вот рекреационное воздействие. Вот. Но и на другой чаше весов люди в городе получают преимущество загородного отдыха. Есть такой критерий, как экологическое равенство. Это возможность каждому человеку на природе побывать и отдохнуть. Людям не надо далеко ехать, соответственно, они экономят и время, и вообще пространство, время, энергия – это главные ресурсы в городах, которые истончаются. Вот. И, естественно, эти территории должны быть безопасны. И как только произносишь слово «безопасных» применительно к природным территориям, на другой чаше весов сразу как-то ложится необходимость территории для безопасности освещать, а для этого делать определенные виды работ. То есть это всегда выбор, всегда дилемма, вопрос, как сделать его оптимальным. Ну и не могу просто упомянуть, что на природных территориях Москвы, естественно, занимаются экологическим образованием. Сегодня большое количество детей там из более чем 600 школ посещают кружки, специальные программы. Обязательно есть экологические тропы. Это классическое направление в наших московских ОПТ. Вот, 40 километров протяженность это троп. Открываются все время новые. То есть это еще и базовые центры для развития компетенций в области экологии и биологии, дополнительно к школьным курсам в области, связанным, смежных с экологическим образованием. Я закончила свою лекцию. Я попыталась рассказать нашей уважаемой аудитории и о том, конфликтуют ли возможности, которые дает город с сохранением естественной природы. Я надеюсь, мне удалось показать то, что всегда это выбор. Как я уже сказала, невозможно пренебречь одним каким-то направлением и реализовать другие, потому что это будет лимитирующим фактором развития в городе. И я привела цифры, которые мне показалось, показали, что в Москве, несмотря на увеличение нагрузки, и во всех смыслах развития инфраструктуры, рост площади, удается совершенно точно не увеличивать загрязнение окружающей среды, атмосферного воздуха, воды и почв, и удается сохранять естественную природу, несмотря на объективный фактор
роста давления на нее в связи с потребностями людей, необходимостью их обеспечивать. Я благодарю своих коллег, которые помогли мне подготовить лекцию. Это мои ближайшие коллеги из Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды и из Государственного природоохранного учреждения Мосэкомониторинг. Спасибо, я готова ответить на вопросы. Начали Уважаемые коллеги, у кого вопросы, пожалуйста. Евгения Геннадьевна. Коллеги, извините, пожалуйста, я бы хотела еще представить одного из инициаторов и человека, который поддерживает нашу лекторию, благодаря которому он состоялся. Это директор Института экологии, кандидат экономических наук, доктор географических наук, заслуженный эколог России. Спасибо вам за поддержку лектория, за то, что мы сегодня здесь все. Передаю слово. Спасибо, но я готов вступить, если у вас уже был вопрос, вы его начали формулировать. Спасибо огромное. Я очень рада присутствовать на столь уважаемом собрании. Спасибо огромное. И Евгения Геннадьевна, за ваш доклад. Совершенно замечательные лица ваших коллег, которые помогали вам делать этот доклад. Считаю, что это очень важный вопрос, естественно, в нашем замечательном городе Москва. Я бы хотела, на самом деле, я вообще далеко не эколог, да, там я вице-президент айтишной компании, но я живу в Измайлово, я старшая по дому, и я прямо, можно сказать, с земли. И для меня те вопросы, которые я буду задавать, они критически прям буквально вот на пальцах и с кровью. Да, там. А наш район, он старый район, это Соколиная гора. Вот. Естественно, старая застройка, значит, очень много хороших больших деревьев. Вот. Вот что происходит? Значит, несколько лет назад по рекомендации руководства города были убраны ограждения зеленых участков около дома. Говорили о том, что это некрасиво, это, ну, типа, даже сравнивали там с кладбищем, потому что типа такого не буду сейчас, это самое. И у нас убрали очень много оград. И территория, она стала проходимая, и огромное количество затоптанных территорий. Значит, весной не вскапывается, вот есть постановление 743-е. Я его изучила, прям это самое. Так вот, ситуация заключается в том, что ни ГБУ жилищник, ни управа не способны возобновлять ежегодно вот эти вытоптанные территории. И мы прям буквально обращаемся с просьбой разобраться с этой темой, потому что реально вытаптываются очень большие пространства, газонные пространства, и не восстанавливаются, не культивируются, не минерализируются, то есть минеральные удобрения не поливаются, то есть ничего не делается с этими вытоптанными пространствами. Я уже не говорю о тех детских площадках, которые тоже попадают в вот эти вот человеческие тропы и вытаптываются все, что там вокруг детских площадок. Вот это вот первая тема, то есть это эти ограждения, которые были снесены. Вторая очень важная тема. У нас мы выбивали с депутатами муниципальными, я работаю с депутатами муниципальными, городскими и даже из Госдумы, из партии, Коммунистической партии России, у нас там мы помогали, ну, КПРФ, да, там мы помогали, и мы сейчас работаем с помощниками этих депутатов, вот прямо на всех уровнях. Значит, у нас мы пробили, что в нашем микрорайоне делается большая реконструкция. Асфальтовое полотно, бордюрный камень, соответственно, вот газоны, детские площадки. Вы знаете, что у нас сейчас происходит? У нас есть 743-е постановление, 2 метра пристоловое пространство, минимум метр, если каким-то образом там сооружение. Это минимально, это, конечно, не касается всего, но это реально очень важно. Дело в том, что у меня есть вот прям по ходу есть, скажем, доказательства, когда Автодор, да, там, он просто сокращает... Я прошу прощения, у нас большая очередь вопросов. Можно буквально 2-3, да, просто не видно, если можно. До полуметра сокращает пространство, и просто эти деревья, ну, как бы, могут погибнуть. Вот мы писали об этом, мы говорили. Вот хотелось бы, чтобы на уровне города эти вопросы, вот на земле прям буквально, тоже определенным образом рассматривались. То есть есть постановление, там все правильно, но они не выполняются, и деревья погибают. Вот все, что хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо.
Проблема известна, вы совершенно правы, что это является 743-м постановлением правительства Москвы, требования, которые нужно выполнять. Жизнь, она побогаче, чем документ. Я запишу ваш адрес. Этот вопрос надо будет проработать с жилищником на предмет восстановления газона. Кратко отвечаю, тем более вы здесь, мы с вами можем потом контактом обменяться, в отличие от слушателей, которые в очереди виртуальные стоят. Вот. И в свою очередь, знаете, еще, понимаете, можно быть надсмотрщиком, люди прошли там и не пускать ходить там, где мы удобно. Но в свое время было принято решение, что нужно проанализировать тропинки, по которым людям удобно ходить, сделать их тропинками и избежать конфликта таким образом. То есть не запрещать, а услышать. Вот. И в принципе такая работа была проделана. Но разное бывает, я просто запишу ваш адрес, и с точки зрения вот нарушения околоствольного пространства вокруг деревьев, и с точки зрения, почему не восстанавливается газон. Спасибо огромное, спасибо, то, что вы услышали меня. Евгений Геннадьевич, а спасибо вам большое за вашу презентацию. У нее есть, на мой взгляд, один существенный недостаток, заключается он в том, что про эти достижения вы слишком мало рассказываете. И очень многое из того, вот я даже занимаюсь профессионально этой деятельностью, и больше половины, больше, чем половину я тоже слышу впервые. Эта информация о том, что происходит в Москве. Но я себя поймал на мысли, как здорово, что я в Москве живу. И я рассчитываю, что вот с этими планами, если все, несмотря на известные сложности, пойдет такими темпами, мы будем двигаться таким путем, то людей, которые гордятся тем, что они живут в Москве, будет становиться больше и больше. И именно эти люди будут формировать устойчивую аудиторию лояльности к действиям, именно к действиям, а не бездействиям органов власти, которые стремятся сделать наш город лучше. В своем выступлении вы отметили, что природа не дает бесплатных кредитов, а невозвратных кредитов. Я бы здесь хотел добавить, что природа не дает не только невозвратных, она и беспроцентных не дает. И вопрос, кто за это заплатит, или нынешнее поколение, или хотя бы начнет платить, или будущее. И очевидно совершенно, если проводить аналогии с банками, то для будущих это будет очень сильно дороже, а может быть даже и невозможно к погашению. И очевидно совершенно, что Москва уже начала возвращать то, что было взято для вот этого рывка развития города, экономического развития прежде всего. У меня один вопрос и, может быть, даже вопрос-предложение. У нас все страны согласились с тем, что возможности экономического роста без учета экологических последствий практически исчерпаны. И вопросы, дискуссия, связанная с необходимостью действий для устойчивого развития как стран, так и городов, она уже практически не ведется. Ведется дискуссия о том, как мотивировать, в частности, бизнес, экологизировать свое производство и все иные процессы, чтобы входить в новую парадигму экологического урбанизма. И здесь вы в своем выступлении очень много рассказывали про то,
что делается, ну, достаточно крупными компаниями, и там, где город финансирует те или иные активности для того, чтобы эти активности экологизировали общественное пространство и так далее. Это транспорт, развитие территории там, и так далее. Что вы думаете, или, может быть, вы уже занимаетесь этим, над тем, чтобы разработать методологию или там, критерии расчета экологических уровней для городского бизнеса, с тем, чтобы, скажем, на последующем этапе протестировать его, и чтобы на последующем этапе вести, например, добровольную экологическую отчетность с присвоением определенного экологического уровня тому или иному бизнесу и с возможными соответствующими или вытекающими преференциями от города для тех, для того бизнеса, который будет, ну, стремиться этот экологический уровень повышать. Как вам такая идея, или, может быть, какие-то уже есть действия в этом направлении? Так, как я попытаюсь ответить на ваше предложение, требующее обсуждения детального, а потом принятия решения, но попробуем сразу. Да. Конечно, как только кредит у природы будет безвозвратным, то, наверное, нужно будет начать сомневаться, устойчивое ли развитие у города. Если сегодня с точки зрения качества окружающей среды совершенно однозначно Москве удается принимать меры с высокой экологической эффективностью, компенсирующие риски от роста города, то территориальный ресурс незапечатанных территорий, он, конечно, остается ограниченным. На самом деле именно поэтому в Москве достаточно жесткое законодательство, и поэтому большая площадь города она выделила как защищаемая специальным охранным режимом. Да, вопрос, как ее сохранять. А понимаете, в чем принцип устойчивого развития? Это на самом деле такой моральный постулат, что мы должны пользоваться ресурсом настолько бережно, чтобы будущие поколения могли пользоваться так же, не меньше. Вот именно поэтому так это... Любое безвозвратное – это нарушение этого принципа, и, конечно, так нельзя. А с точки зрения ранжирования бизнеса, у меня есть коллеги из Департамента инвестиционной политики и промышленной Москвы, которые ведут в целом тематику устойчивого развития. Там же много показателей, кроме экологии. Я только несколько целей показала. Там есть и борьба с бедностью, и гендерное равенство. Очень много на самом деле показателей. На сайте этого департамента есть очень подробная информация, как выполняются, абсолютно реализуются все цели устойчивого развития. Вот. И сейчас проводится большая работа, связанная с развитием методологии ESG, которая помимо таксономии зеленых проектов, о которых я еще упомянула, разрабатываются критерии экологичного развития разных видов бизнеса, именно разных, на предмет разработки для такого бизнеса, я пока общими словами говорю, без примеров, экономических преференций и кредитования, если они соответствуют этим условиям. Мне кажется, это очень близко к тому, что вы предлагаете. Пока эта работа ведется в разрезе отраслей и экономических видов деятельности этих предприятий, без иного ранжирования по уровням. Поэтому, наверное, мы должны договориться, обсудить это подробнее и посмотреть, а есть ли там место еще введения новых видов ранжирования дополнительно к ранжированию по отраслям экономической деятельности. Спасибо вам, но я и не рассчитывал на конкретный ответ, потому, естественно, любая идея требует обсуждения со всеми заинтересованными, но, собственно говоря, то, на что я рассчитывал, я услышал, что, в принципе, вот эта идея учета
разработки неких критериев или методологии для того, чтобы можно было экологически активный бизнес каким-то образом стимулировать, поощрять эту деятельность. Ну, где-то, по крайней мере, эта работа идет, ведется, и вопрос, как ее вести или, может быть, каким-то образом что-то туда привнести. Ну, это вопрос, естественно, открытый для будущего. Спасибо вам. Так, уважаемые коллеги, если да, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Еременко Ксения, я являюсь аспирантом третьего курса факультета экологии и природоохранной деятельности. Евгения Геннадьевна, у вас был очень интересный доклад, но мне хотелось бы как аспирант вам задать вопрос касаемо зеленых насаждений города Москвы. Вы упомянули компенсационную посадку. Сегодня говорили о постановлении правительства Москвы 743. Так вот, есть такая программа, которая называется «Лунка в лунку», когда взамен удаленных деревьев высаживается в это же место тот же вид растений. У меня к вам вопрос. Насколько вы считаете корректной эту программу с точки зрения биологии? Такой бренд с таким названием был. Это скорее был принцип. Реализуется он всегда, когда возможно. Это я по образованию не биолог, я по образованию физик-атмосферщик, поэтому давайте я как с точки зрения управляющих аспектов про это скажу, а не с точки зрения биологических. Хотя мне кажется, на первый взгляд, что с биологической точки зрения это абсолютно правильно, только при условии, что это местные виды растений, а не чужеродные виды растений, которые перевысаживание мы как-то влияем на то, чтобы они оставались, потому что все-таки преференция должна быть местным видом растений. Вот. А если растение было, оно прекрасно росло, и оно местного вида, то, мне кажется, я вот навскидку не вижу никаких рисков и опасностей. Вот. А с управленческой точки зрения, тогда, когда это возможно, это прекрасный принцип, потому что он говорит о том, что это место будет сохранено ровно за зеленым насаждением, а не использовано альтернативно. Так, еще вопросы, может быть, у нас? Если можно? Да, пожалуйста. Добрый вечер, огромное спасибо, и очень приятно было познакомиться с вами и послушать блестящую презентацию Новикова Елена Владимировна. Я представляю в своем лице кафедру экологического земельного права юридического факультета МГУ, профессор. Мне очень важно понять, как конкретно Москва, как субъект федерации, без климатической, принятой климатической стратегии, насколько я понимаю, пока ее в формализованном виде нет, могла добиться такого результата. И, может быть, даже здесь совсем дело и не в этом, но как вы замещаете отсутствие такого как бы основополагающего акта, в отличие от других субъектов федерации, которые об этом говорят, которые принимают, которые ставят такие амбициозные цели. А здесь как-то получается, что очень все скромно на поверхности, но колоссальнейшая работа. Я совершенно вот разделяю ваше мнение. Я просто поражена вот такими вот очень системными глубокими изменениями и таким глубоким пониманием проблемы и подходов к решению. Поэтому вот мне просто интересно, если я не по теме, и у вас по нормативной базе есть какие-то еще отдельные возможности вас увидеть и послушать, это будет, конечно, очень приятно и полезно. Спасибо. У меня второе образование юридическое как раз, поэтому мне тоже будет это очень интересно. Несколько моментов тоже тезисно. Москва с 2014 года, в 2014 году была приглашена и вступила в сообщество мировых городов, так называемых городов-лидеров в области борьбы с изменением климата. Это уровень соглашений между мировыми городами. В рамках этого соглашения Москва взяла на себя обязательство подсчитывать и раскрывать климатическую отчетность, а именно выбросы парниковых газов по трем охватам города по Москве.
И поэтому, начиная с 2014 года, очень внимательно мы считаем, осмысливаем ко всему, что происходит в городе. И именно благодаря этому осмыслению и экспертной оценке всех проектов и мер, которые реализуются, то есть они все с нашей оценкой экологического и климатического эффекта, и спасибо вам, что вы это заметили, мы именно в рамках вот этого соглашения свою работу так строили. Вот объективная реальность, она накладывает на взаимоотношения, ну, как-то разнонаправленные в определенные периоды, да, взаимодействия с мировыми городами. Но с 2014 года эта работа проводится системно, и она нам нужна не меньше, чем нужна тем, кому мы раскрываем отчетность. Ну, Москва стала ESG. Федеральное же законодательство, оно устанавливает требования по снижению парниковых газов для отраслей, не для территории, не для субъектов Российской Федерации. А Москва добровольно является территорией, которая фактически демонстрирует приверженность кто этому подходу. Кто вас консультирует? Это просто такой, ну, просто пример очень интересный. Я веду несколько курсов по климатической защите, правовым аспектам, поэтому мне просто очень интересен опыт регионов с точки зрения сравнительной, у кого какой лучший есть, так сказать, подход, приемы, поэтому я спрашиваю. Да. В разные годы за прошедший период, когда эта работа началась, мы работали с рядом консалтинговым агентств, и работали с ведущими научными институтами Российской академии наук, которые имеют к этому отношение. Команда, которую вы видите сейчас на экране, посмотрите, там все кандидаты наук, половина, и это все люди с профильным базовым образованием именно по теме и экологии климата. И с экспертной поддержкой многих научных институтов Москвы, которые участвуют в этой работе, получается такой результат и абсолютная обоснованность и понимание того, что приносит эффект климатический, экологический, и того, от чего лучше стоит отказаться. В настоящее время принято решение и подготавливается к приему документ, к принятию на уровне правительства Москвы, документ, связанный с набором мер в области адаптации к изменению климата. Это не является направлением снижения выбросов парниковых газов смежным. В направлении снижения выбросов парниковых газов мы, как и все остальные субъекты Российской Федерации, живем в рамках федеральной стратегии низкоуглеродного развития, ставя себе в целевые показатели ровно те, которые там заложены. Так, дорогие друзья, есть ли еще вопросы, или, может быть, они есть в интернете? Да, коллеги, я с радостью зачитаю. Сначала хотела еще раз поблагодарить Евгению Геннадьевну за действительно системную лекцию. Москва – лидер городов по зелености, по экологичности. Это признанный факт. И коллеги, в частности, спрашивают по поводу, опять же, продолжая вопросы про климат и про парниковые газы. У нас здесь присутствуют студенты факультета городского и регионального развития, для которых это тоже одна из ключевых тем и курсовых, и дипломных работ. Можем вам помогать, в частности, в каких-то задачах локальных. И коллеги спрашивают по поводу того, каким образом Москва считает, вот как раз в продолжении предыдущего вопроса, на какие методики ориентируются, как здесь выявить приоритеты с точки зрения воздействия на парниковые выбросы, и через какие, и второй аспект, через какие инструменты вам удается взаимодействовать с профильными подразделениями. Вы очень интересную статистику привели и по теплоэнергетике, и по бизнесу. Это не прямая ваша зона ответственности, но понятно, что в экологию это так или иначе входит. Таким образом, суммирую вопрос про методики, каким образом понять, что самое важное в стратегии, и второе, через какие инструменты вам удается это реализовывать, что наиболее эффективно. Спасибо. Антон Говоров не представился, к сожалению, студент в трансляции спросил. Когда мы считаем климатическую эффективность, мы берем методологию CDP, но адаптированную именно для Москвы.
И эта работа была сделана совместно с одним из консалтинговых аудиторских агентств в 2012 году. То есть она обоснована. У нас есть своя программа, своя методика. Мы собираем больше 100 показателей ежегодно и считаем климатическую эффективность. А когда мы считаем экологическую эффективность, то есть, например, сокращение выбросов парниковых газов, есть на самом деле развитая методологическая база, которая для целей государственного экологического нормирования рассказывает, как считать выбросы в атмосферный воздух по разным отраслям, и в том числе по энергетической отрасли, и в чем числе с учетом разнообразия характеристик источников выбросов загрязняющих веществ. Мы всеми этими методиками пользуемся и расчеты проводим. В частности, при оценке эффективности энергетической отрасли, эта работа делается, часть работ делаем мы сами, часть работ либо подведомственный департамент учреждения высокомониторинг, часть работ мы привлекаем в рамках научно-исследовательских, ведущие научные институты, как я сказала, в частности, все оценки по энергетике сделаны у нас совместно с Московским энергетическим институтом. Спасибо большое. Можно я добавлю, представляете, на ваш вопрос, стоит ли высаживать тоже дерево в рамках программы «Влунка в лунку»? Я честно призналась, что я физик, а не биолог, а у меня ребенок, средний класс, учится в одной из биологических школ Москвы, и он мне пишет: «Мама, ты не учла, что есть проблема обеднения почв, это надо проверить, прежде чем высаживать лунку в лунку». Спасибо, Кирилл. Я не стала, если честно, вступать в дискуссию, но просто есть некая проблема, и также насекомых вредителей. Если взять, например, ясень, которая поражается узкотелой ясеневой изумрудной златкой, да, то есть, ну, это проблема, как бы ее тоже нужно решать. И когда мы взамен ясеня опять высаживаем ясень, мы не решаем эту проблему. Совершенно верно. Златка – это единственная болезнь, где с ней можно бороться, только вырубая очаги. Только так. Эта тема известна, это тоже не мое знание, это наше сотрудничество еще давно с Институтом леса подмосковным. Так, есть ли еще вопросы? У меня на самом деле, долго взаимодействую с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, и реализовав несколько совместных проектов, хотелось бы, используя мою любимую советскую школьную систему оценок, поставить 5 с плюсом, потому что, наверное, это будет честно и справедливо, согласитесь. И это сегодняшний доклад и наше сотрудничество многолетнее подтверждает однозначно. Но у меня вот какой вопрос. Есть ли какие-то все-таки очаги сопротивления? Что-то, с чем хотелось бы сейчас еще, проблемы, которые вот перед вами сейчас стоят, и с которыми мы могли бы даже вместе с Всероссийским обществом охраны природы, которое я теперь представляю, к ним обратиться, как-то помочь, сотрудничать в этой области. Есть ли вот очаги сопротивления хоть какие-нибудь, с чьей-либо стороны, сталкиваетесь ли вы с ними, несмотря на то, что, повторяю, что экологическая политика города, с моей точки зрения, бесконечно эффективна? Понимаете, если есть сопротивление, то только оно и есть в объективной плоскости, и с чем это связано? Вот я показала достижения, вот прям в прямом смысле я вправе назвать это достижениями по разным направлениям, в том числе в области охраны окружающей среды, выражающейся а. в сохранении московских ОПТ, б. в уменьшении загрязнения окружающей природной среды по всем природным средам. Но, знаете, есть такой момент, что чем больше сделано, тем труднее что-то достигать, потому что ты же не сможешь бесконечно улучшаться. Всегда есть где-то там предел, на который ты выходишь. В Москве еще есть резервы. И чем, вот понимаете, тем территориям, городам и субъектам, где ничего не сделано, им очень легко, им что не сделает, то даст эффект. В Москве много уже что сделано. Вот. Но, тем не менее, вот мы просчитали резервы, 16 показателей у нас есть, по которым еще можно улучшаться, то есть демонстрировать динамику и в части тоже в отношении всех природных сред.
Но дальше возникает вопрос, что эти дальнейшие улучшения возможны уже более дорогой ценой, впрямую за деньги. И дальше возникает тема целесообразности. И вот этот момент, он, конечно, требует никакого не единоличного решения. Единоличное в данном случае, конечно, не я, а департамент природопользования и комплекс городского хозяйства, в который входит наш департамент и правительство Москвы и смежников. А на самом деле он требует расширения экспертного круга для того, чтобы обсудить эту целесообразность. И поэтому содействие таких институциональных эффективных образований, как ВООП, я очень уважаю деятельность этой организации, она важна. Плюс, конечно, как я уже попыталась весами показать, что всегда есть конфликт, разные целевые группы, разные представления, разные направления развития города. И находить компромисс, и разъяснять людям с разными мнениями, как это какую-то одну общую точку зрения, это прямо прямая задача общественных организаций в области экологии. Спасибо огромное. У меня еще такой частный, но очень часто задаваемый вопрос. Я хотел его непременно озвучить, чтобы о нем услышали, ну, ваш какой-то ответ, позицию. Дело в том, что часто возникают некоторые, так скажем, сомнения в правильности и эффективности тех приемов, которые используют, ну, скажем, территориальные подразделения жилищника, да, на территории Москвы. Вот какое существует взаимодействие между департаментом природопользования и вот этими вот организациями? Насколько вы сотрудничаете, влияете, можно ли усилить это влияние? И насколько они этому влиянию все-таки поддаются, так скажем? Потому что это правда задают тысячи людей. Да, я знаю, потому что эти люди, и, может быть, дальше побольше, чем тысячу, точно так же пишут обращение в департамент. И я, конечно, как это понимаю, что ваш вопрос, он не случайен. Мы это взаимодействие организовали, мы его пытаемся поддерживать на регулярной основе. Например, в частности, уходу за зелеными насаждениями и регулярных работ по кронированию деревьев, удалению сухостоя, омолаживающей обрезки. У нас не один раз в год, там большому количеству сотрудников-жилищников, это сотни, проводятся специальные обучающие семинары с объяснением, как это делать, что это делать, и мы собираемся эту работу только наращивать, потому что тысячи обращений пока не превратились в 10. А это говорит о том, что тема по-прежнему острая. И вот еще один вопрос тоже. Все-таки борьба с инвазионными видами. Да, вот некая такая проблема, в которой до сих пор пока, вот, может быть, какой-то воли города незаметно. Делает ли в этом направлении что-нибудь департамент природопользования? Ну, когда говорят об инвазивных видах растений, имеют в виду борщевик и клен, там, сорный вист клена, да, клен ясенелистный. Вот. С борщевиком год назад обсуждали эту проблему в Московской городской думе. Был введен новый состав Кодекса об административных правонарушениях города Москвы. Обязанность балансодержателями 743-м постановлением правительства Москвы, которое тут уже упоминалось, впрямую установлено. Дальше вопрос, как соблюдают. В чем проблема с надзором за выполнение этой статьи? Дело в том, что сейчас сначала был ковид, сейчас необходимо на высоком уровне поддерживать экономику, и поэтому контрольно-надзорная деятельность в жестком ее проявлении под мораторием. Государственные экологические инспектора вправе только выдавать предостережение балансодержателям для того, чтобы он сделал что-то, не вправе его штрафовать. И практически имея сейчас очень ограниченные возможности с выходом на очную проверку. Вот, несмотря на то, что состав был введен, но просто сейчас такой период. А вообще мы за этим следим на своих территориях, на московских особо охраняемых природных территориях. Такие работы проводятся, есть направления. Единственное, чтобы эта работа дала эффект, необходимо несколько лет подряд, 5-6, ну, настойчиво на одной и той же территории производить кошение в определенное время. И только тогда это даст эффект, который будет заметен. Я еще раз хотел, пользуясь случаем, поблагодарить Департамент природопользования за неизменную поддержку, лично Евгению Геннадьевну за дружбу и совместную реализацию проектов, с которыми все
могут и присутствующие здесь, и те, кто сейчас нас слушает онлайн, познакомиться на территории старейшего ботанического сада, Ингуа-Аптекарский огород. Они существуют уже второй год. Мы осуществляем мониторинг над ними. Зеленые крыши существуют, лук развивается, клевер растет. Мы даже сделали очень хитрый ход. Мы не стали обвязывать какими-то, ограждать какими-нибудь там заборчиками луговой вот этот вот участок специально, чтобы дать людям инстинктивно понять, что там нельзя ходить. Построить такую систему дорожек, чтобы люди поняли, вот здесь рядом концертно-выставочное поле, пожалуйста, ходите, а здесь только по дорожкам. Ни одной надписи. И никто не топчет. Удивительный эффект. Вот это один из принципов, которым, как мне кажется, должны следовать все зеленые насаждения, этика по отношению к посетителям. Целая концепция есть этика, эстетика, экономика и экология. Четыре таких принципа, на которых должна строиться, по-моему, система взаимоотношений между зеленым пространством и людьми. Еще раз огромное спасибо. Вот, наш лекторий в этом сезоне заканчивается, у нас последняя лекция. Еще раз хочу повторить, что я бы очень высоко оценил эффективность нашей деятельности по количеству просмотров. Я думаю, что суммарно их будет порядка 250 тысяч. Это очень здорово. К вашему вопросу я еще вернусь. Мы вернемся обязательно осенью. Сюда же очень хотелось бы выразить благодарность, конечно же, Высшей школе экономики за такое замечательное, такие прекрасные пространства, за таких прекрасных экспертов, за лекторов, которые тоже представляли Высшую школу экономики, Институт экологии Высшей школы экономики. Вот. Да, компания ВКонтакте, которая, да, обеспечила такое количество просмотров, всем тем замечательным, ярким специалистам, лекторам, которые приняли участие в нашей программе. Вот, я думаю, что это довольно беспрецедентный случай, и я думаю, что все могут, естественно, посмотреть в записи нашей лекции, кто не успел этого сделать, это стоит того, это очень интересно. И вот, я надеюсь, что у нас будет в следующем сезоне, начиная с сентября, такая же интересная программа. Я уже заранее договорился с самыми выдающимися специалистами в области биологии, экологии, охраны окружающей среды, бывшими высокопоставленными чиновниками, которые продолжают, тем не менее, заниматься этими вопросами, о том, что они продолжат наш курс лекций, начиная с сентября, здесь же в рамках нашего эколектория. И, конечно же, прошу всех по возможности теснее взаимодействовать с Российским обществом охраны природы, подписываться на его ресурсы. Там сейчас будут тоже выложены или уже выложены все наши лекции, и можно будет их тоже смотреть. И приходите, естественно, в Ботанический сад МГУ посмотреть не только сам сад, но и те экологические эксперименты, которые мы там попытались реализовать в рамках развития экологической политики. Спасибо всем за внимание. Вот, я готов, естественно, тоже, если будут какие-то вопросы, отвечать на них. И приглашаю всех к сотрудничеству и с садом, и с ВАОП. И, наверное, можно сказать, что и с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды тоже. Спасибо всем огромное. Безусловно. А я благодарю свою аудиторию за терпение, Высшую школу экономики Наталью, Всемирное общество охраны природы, за тему, за инициативу. Вот. Ну и благодарю всем, кто неравнодушен к вопросам охраны окружающей среды, экологии. И приглашаю всех на московские природные территории. Спасибо большое, Евгения Геннадьевна. Спасибо большое, Алексей, за вашу теплоту, за вашу любовь к делу, за тех спикеров, которых мы совместно приглашаем. Спасибо. Мне кажется, что первый сезон вполне удался. Будем продолжать. Коллеги, будем оставаться на связи. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо.